приходится русским пасторам посещать американские тюрьмы и встречаться не только с американскими заключенными, но зачастую с нашими молодыми ребятами. Все опять же сводится к нашему выбору. Ребята молодые, и не только, если вы меня сейчас слышите, взываю к вашей совести, и Дух Святой сегодня взывает к нашей совести, делать правильный выбор в правильное время, в нужном направлении. Господь близко. Чтобы вас не нужно было посещать потом в тюрьме. Чтобы можно было с вами радоваться в Боге на свободе. Для вас песня про маму. Любите своих мам на свободе и здесь, а не ждите их с котомкой какой-то в тюрьме. Аллилуйя. А можно немножечко в мониторе гитарку побольше? Нет? Окей, хорошо. Значит, как есть. Night.
замечательно. Я благодарен Господу за то, что родившись в семье, которая не практиковала никогда христианство, я смог его познать и ни разу не пожалел об этом. Аллилуйя.